Над индонезийским островом Ява нависла угроза извержения вулкана Келут. В самом густонаселенном районе мира объявлен наивысший уровень опасности. В радиусе 10 километров от вулкана живут около 350 тысяч человек. 300 тысяч власти уже эвакуировали в безопасные районы. Вулкан Келут уже дважды выбросил в атмосферу пепел. Его обнаружили в своих домах даже жители города Сурабая, что в 130 километрах от вулкана. Три основных аэропорта центральной Явы закрыты. В последний раз вулкан Келут просыпался в 1998 году. 35 человек тогда погибли.